Халё, Мансо Лимон. Сегодня третья часть Бэй-персонажей. Да, спустя 4 месяца новая часть Бэй-персонажей. Извиняюсь, что так долго не было выпусков, я просто чуть-чуть призабыл про эту рубрику. Вот. Сегодня я долго думал, какого персонажа выпустить в третью часть. И тут я вспомнил, что сейчас выходит классное аниме «Человек-бензопила». Вот. И я подумал, смотрю, на это аниме мне очень сильно нравится, то есть оно классное. И я тут подумал, а почему бы мне не сделать Бэй-бензопилу? И, дамы и господа, Бэй-бензопила. Вот, Бэй-бензопила. Давайте посмотрим на него внимательнее, какие у него детали. Вот такие у него детали. Давайте с чипа начнем. Чип бензопила. Ребят, я сразу говорю, я не сильно хорошо рисую, но я постарался как мог. Вот такой у меня получился чип. Основа это деталь от Фафнера в правую сторону. Вот. Только там чешки были поближе, что мне пришлось вырезать эту деталь и ставить ту новую, другую деталь. Вот. Чешки получаются тут от Геркулеса. Вот. Я долго рисовал этот чип, пытался его как-то сделать, вот. Надеюсь, вам оцените этот мою работу чипа, короче. Слой чая. Ну, мне показалось, что он больше похож, как типа, как у него лезвие, получается, крылья вот тут же двигаются. И мне казалось, это единственный слой, который похож, типа, чуть на бензопилу. И вот. Армор 6, не знаю, я решил поставить сюда шестерочку. Я вот... Не двойку я не хотел ставить, сюда решил шестерку. Ну, просто я вот так вот захотел. Вот. Карма. Я поставил, потому что тут как лезвие. Типа. В. Только бензопила, короче, как лезвие. Я решил сюда поставить карму. Потом у него будет стоять, конечно, тут не карма, а, например, тут же Nexus или Giga. Но для ролика я ставлю ему карму. Ну и драйвер Destroy. Я не знаю, ну вот. Это мой единственный вариант, ну, что мне в голову поставить, так это Destroy. Я решил поставить ему, потому что... Чем-то он тоже, мне кажется, вот, чувствую, что вот ему подходит именно к этой сборке Destroy. Вот. Ну что, давайте посмотрим его в стоковой комбинации. Ну и вот он, Бэй-бензопила. Мне кажется, он... Мне реально получилось сделать его, так что погнали его потестируем. Ну что, давайте посмотрим, как он нанерит. Неплохо. Первый соперник Glory Persei Over Never Metal, теперь у него такая сборочка. Победа за Гатлинг выиграл. Сейвер, Валькири.
выиграл. Давай. Берет за кораблем. За Сахилес. Вы видели? Победа. Победа. Ultimate Valkyrie. Ну что, мне кажется, этот бой показал себя очень хорошо. Ночь подарил, да, он некоторыми проиграл, но мне кажется, все идеальные. Вот. Ладно, с вами Мотельман. Напишите, хотите ли вы продолжение этой рубрики. Так что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи. Всем пока.